В Алма-Ате слышна стрельба. В городе сохраняется напряженная обстановка на фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших страну. Власти называют участников беспорядков террористами и проводят в Алма-Ате спецоперацию. Жители южной столицы получили соответствующее оповещение. В течение дня были задержаны 2000 человек. Ранее в столкновениях погибли не менее 13 силовиков. Несколько из них были найдены обезглавленными. В департаменте полиции Алматы заявили о десятках погибших среди участников штурма административных зданий. Ночью группы мародеров грабили магазины, банкоматы и автозаправочные станции в Алма-Ате, а также в ряде других городов. Минздрав сообщает о более чем 1000 пострадавших по стране, десятки находятся в реанимации. Первые подразделения миротворцев ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Власти страны заявляют об иностранной агрессии и утверждают, что военный контингент необходим для стабилизации обстановки.